Приветствую. Вот такую приблуду взял. Вкручивается она вот сюда вот. Сперва вот так вот. РМС внутри, РМС снаружи. Теперь это выглядит вот так. Раньше приходилось покровное стекло ставить. Нет, предметное стекло. Потом еще одно предметное стекло. И вот это второе предметное стекло уже было с пробами, чтобы у меня на 4x была резкость в триноколяре для фотоаппарата. Не вот здесь, а именно вот здесь, куда я фотоаппарат, да, пристегиваю в триноколяр. Вот такая вот петрушка, блин.